Проехать можно, пройти никак. На улице Суворова частично обрушился мост энергетиков рядом с ТЭЦ-2. Под землю ушел участок пешеходной зоны вместе с асфальтовым и бетонным покрытием. Около люка образовался большой провал. В управлении благоустройства пояснили, на место уже выезжали. Обвал произошел из-за большого количества осадков. Лопнула водоотводящая труба и дожди размыли грунт. Опасный участок сейчас оградили предупреждающими знаками. Прохожие и велосипедисты, огибая препятствия, вынуждены выходить на проезжую часть. Обрушенный участок намерены отремонтировать в течение 2-3 дней. Досыпем щебень, утрамбуем, по месту решим, какое решение вместо этой водоотводящей трубы, либо лоток организуем по ситуации, либо трубу, возможно, скорее всего, большего диаметра разместим там для организации водоотвода. И, соответственно, закроем все асфальтобетоном.